Господа, всем здравствуйте. Второй день. Тут то же самое. Все хреново. О, зеленый. Так у него тут бьющих только один этот. Замедляльщик. Ну, давайте вот так. Да, я думаю, прошибу. Так. Ну, давайте вот так начну. Комбо полетит. Еще комбо. Ой, как хорошо. Зеленое против зеленого, как хорошо, смотрите, заходит. Так, так. Здесь и сюда. Думаю, справимся, да? Бульк. Так, 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 так. Всех разобрал. Вот, Брюнхильда. Я хотел Брюнхильда в центр поставить. Но не поставил. Вот тут уже надо, короче, подумать, подождите-ка. Вот, ребят, не моноцвет. Погнали. Для разнообразия. Но подумать теперь надо. Блин, синий кристалл-то хочется сложить. Если хочется, значит надо. Теперь вот это подумаю. Немножко полетело, Брюнхильда заряжена. Я, кстати, Митрин хотел взять, что-то как-то я и не взял. Так, она разогнала, да? Придется вот так желтую заряжать. Тормозите там все дело как-то надо. Так, вот так взорву. Так, под особые навыки у них стоит, да? Антибуртус страшный. Ладно, вот так. Раз. Центр надо сносить. Два. Попал там, да, что-то вроде. Здесь три, и вот так. Надо, чтобы он успел. Блин, все немножечко не то. Ладно, как его тут советуют. Есть криты, прошли вообще хорошо. Блин, Тибуртус до чего медленный? У меня сейчас Гензель уже снимется. Один ход остался, надо сейчас, короче, прокидывать. Так, щит маны. Это пойдет. Так, здесь. Давай еще раз щит маны. Хрена. Такс, 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 такс. Блин, не успеваем, ребят. Тибуртус меня пропилит, походу. Так, ну у меня броня стоит. Чисто теоретически не страшно.
кристалл зеленый соберу. И там тоже у нее прошло этот стойкость. Попадем? Пойдет. Добиваем. Есть. Ну, сложно было. Так, тут надо подумать. Вот такой тапок зеленый с Ригардом. Три рейнджера у меня тут. В обойме. Если контра встанет, то обойдем как-нибудь уж. Так. Блин, хитренькая поленка опять. Здесь. Пилит он меня уже. Давай зеленый снизу. Пойдет. То страшнее. Давайте вот здесь, наверное. Так. И взрываем еще. Пойдет фиолетовыми. Маловато, конечно, но все равно. Блин, давайте вот так. Эх, прохилился. Сейчас тоже включим. Не страшно, пусть ставит свою контру. Так. Давайте проверим. Обошел, видели, нет? Насмерть. Ну-ну-ну-ну-ну. Пойдет, убиваем. Так, так. Сейчас сколько атака? Плюс 1060. Охренеть. Ну, он только на камне, видать, работает. Что-то урон-то не прибавляет сильно. Да? Там должно было влупить, я не знаю сколько. Давайте вот так. Ну-ка, один камень сколько даст? 800. Страшно, конечно. Добили. Подарочка хватило. Еще два. Пять Брюнхильда. Ну вот тут, смотрите, много бьющих. Красивая оборона. Так, опять подумаю. Ну, я предлагаю все-таки зарядиться об нее. И уничтожать. Погнали. Так. А тут сейчас по максимуму все выкинем туда. Пойдет вообще нормально. И вот еще троечка. Бьющий угол. Сейчас мы вот тут подрежем. Да, туда вот так стукнем. Здесь заблочим и добиваем. Эх, чуть-чуть не до отмер. Так, зеленые встали в аккурат. Добиваем и зарядились. Раз. 500.
800 пойдет. Еще один? Да, еще один, ребят, надо пережить. Раз, два, три хила. Два бьющих. Запрет мне будет ставить на подхил. Интересно. Короче, реально больнее, чем зеленая мона, я ничего не могу придумать. Тут есть шанс позаряжаться об левый край. Поэтому надо это сделать. А в левом краю ничего кинуть нечего. Так. Что тут за фигура сформировалась? Сформировалась тройка, а потом еще одна тройка. Опять криты. Блин, как прикольно с критами играть. С отрядами на ману такое не затеешь. Задержку от этого. От Алмура прошла, но Сабина противостояла. Щит маны написала. Соответственно, раз там щит маны, надо, наверное, туда бить. Противоположный край. Хотя бы Риграда, думаю, забрать. И вот эту даму. Пойдет, вообще пойдет. Вот зеленый на смерть. Бульк. Да, Алмур, конечно, прикольно, что он быстрый. Одновременно заряжается, получается. Блин, Алмуром не прорезал. За счет этого заяц не убил. Прорезочки не было. Че? Не дойдет? Нет, не дошел он до кондиции. Ну все. Ульк. Пойдет день, еще прожили, ребята. Дай бог оборона вырулилась бы. Ранки Д стоим. Ладно, вам удачи, ребят, в бою. Пока-пока.